Сейчас мы приехали на Трудовские к мужчине, к ветерану труда, шахтеру, которого после инсульта он практически не двигается. И вот благодаря Олеся, тебе, благодаря твоим родителям Елене и Сергею из Москвы, мы передаем ему 2000 рублей. Возьмите вам на лечение и поддержать вас как-то в столь трудное время. Спасибо огромное вам, наши друзья из России, и низкий вам поклон.